Решил покрасить пол в гараже. Взял краску, что была, растворителя и начал красить. Покрасить решил, потому что тут уже заасфальтировано было, поднимается пыль, забивается. Думаю, покрашу, будет лучше. Половина была покрашена. Сейчас еще эту половину докрашу. И на этом будет все. Как-то повеселей с крашенным полом будет. Кто как думает, напишите в комментариях. Докрасил пол, ушло где-то часа 4 времени. Красил кисточкой. Такой вот результат получился. Стало, по-моему, пободрее в гараже. Так, ну, ремонты дальше продолжаются. Всем спасибо за внимание, пока.